Мотобум. Не проходит и выходных, чтобы в сводках ГИБДД не появились новые сообщения о ДТП с участием мотоциклистов. В социальных сетях обсуждают запись аварии, произошедшей на прошлой неделе. Несовершеннолетний на мопеде вылетает с парковки на дорогу и врезается в легковое авто. К счастью, он не пострадал. 20 августа уже в Кинешме в результате столкновения с автомобилем также несовершеннолетний мотоциклист пострадал куда серьезней. С травмами головы, тупой травмой живота, ушибом грудной клетки его доставили в центральную районную больницу. 1 января 2017 года по 21 августа 2017 года на территории областного центра города Иваново произошло 132 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых травмы различной степени тяжести получили 26 человек, в числе которых 3 несовершеннолетних ребенка, 1 человек погиб. За аналогичный период прошлого года произошло только 61 дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта, в которых травмы различной степени тяжести получили 30 человек, из числа которых 6 несовершеннолетних. Также один человек погиб. Как показывает статистика, произошел значительный рост количества ДТП с участием мотоциклов с начала 2017 года. Однако количество пострадавших в данных